Концерты, презентации, дискуссии. Организаторы конференции «Земля Серафима Саровского» каждый год ищут новые формы проведения. В этот раз выбрали формат спектакля. Участникам конференции предстояло узнать, как возникло одно из направлений театра – религиозное. Православный театр начал рождаться еще в XIX веке. Уже в то время происходит постепенное проникновение нравственной литературы именно вот в театр и через театр на массового зрителя. И сейчас мы имеем то, что мы с вами имеем – православный театр. В этом году темой обсуждения на конференции стали духовные традиции русского театра. Специальными гостями стали руководители и актеры православного творческого объединения «Мир». Роман Сванидзе и Ирина Семенчук рассказали участникам о возникновении театрального искусства, истории создания православного театра в нашем городе. Организаторы отметили, что творческий коллектив в своих постановках поднимает серьезные нравственные темы. Очень эффективный проект для зрителей, потому что очень многие вещи не объяснишь рационально, не всегда есть у человека достаточный опыт. А вот театр позволяет понять очень важные вещи с помощью художественных образов. Результаты 11-й конференции будут подведены на заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию, а затем опубликованы на официальном сайте Саровского благочиния. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.